общем, проиграла по игре, по делу, как говорится. А вот киевляне, вопреки многим очень прогнозам, выиграли у «Спартака», причем показали великолепный футбол, особенно во втором тайме, очень волевой, заряженный. Вот опасный момент. И мяч влетает в сетку ворот Александра Шавковского. И произошло это на 10-й минуте первого тайма. Мехмед Шоль открывает счет в сегодняшней встрече. Грубо ошиблись защитники киевской команды, посмотрите. И вратарь, конечно, сыграл не лучшим образом. Потерял, что называется, ворота. Выбежал, ну, конечно, погорячился молодой вратарь, 19 лет ему всего. Зачем-то оставил ворота, и видите, Шоль легко перекинул мяч. Изящно, как на тренировке. А передачу ему, кстати, все тот же Суттер делал из глубины поля. Итак, 1-0. 1-0 после грубой ошибки обороны киевского «Динамо», прежде всего вратаря.